Кстати, почему-то посложная ассоциация от разговора про животных. Я хотел бы перейти к Голливуду. Мы с вами очень коротко проговорили про вашу работу в фильме Макдональда «Черное море», где вы с Джудом Лоу играли. Значит, вот это в начале года вышла лента, приключенческая лента, я так понимаю, по жанру. И вот вы меня озадачили, я зрителям сразу скажу, что и голливудские актеры, и наши работают одинаково. Потому что мне всегда казалось, что очень разные и требования, во-первых, на площадке режиссеры по-другому ставят работу к актерам, и актеры с другой ответственностью работают. Значит, вы утверждаете, что разницы никакой нету. Ну, если говорить про тот состав, который был с нашей стороны, я не хочу никого, там, так сказать, других коллег по цеху там, не принизить, там, не возвысить, но просто у нас тоже был состав-то, знаете, и Константин Хабенский, и Сережа Векслер, и Сережа Колесников, и Григорий Добрыгин, вот ваш покорный слуга, с их стороны был не менее такой замечательный состав, то есть все достаточно профессиональные люди. И как бы, ну, желающие что-то сделать, и, так сказать, интересующиеся той историей, которую предложил Кевин. Вот. Кевин Макдональд, да, режиссер. Да. И, ну, конечно, Джуд Лоу всеми, так сказать, особенно женским населением, любимый, так сказать, человек. И он британский актер, да, не голливудский. Мы снимали в Пайнвуде, в Лондоне, на студии, на их... Я бы не скажу, что мы там как-то были, может быть, даже напротив. Мы не чувствуем себя ущербными, как и ребята. Как-то мы... Именно работала та разница, что мы русские, а не англичане. В этом был конфликт этого сюжета. Ну, был построен на этом. И как-то мы за кадром, так сказать, за съемочной площадкой очень дружески проводили вечера. В таком... То есть, что называется понтами, не присуще. Ну, попробуйте перед Константином Юрьевичем Хабенским попонтиться. Или там перед вашим покорным слугой. Ну, как-то я не понимаю этого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».